Я приветствую всех, кто сегодня на нашем канале. Хочу сразу обратить ваше внимание. Посмотрите, какие у меня очень необыкновенно красивые тележки под цветы с кованым основанием. Вот каждая из них, я могу с уверенностью сказать, что это произведение искусства. Я думаю, что все со мной согласятся. Посмотрите, как они искусно выполнены. Внизу кованое основание, которое имитирует настоящую тележку. Но она на самом деле двигает. Если мы возьмем вот так за ручки, мы совершенно спокойно можем перемещать тележку по всему саду. Колеса действительно рабочие, и они крутятся. Оригинальное кованое исполнение внизу. Вверху чаша выполнена из древесины. Я могу с уверенностью сказать, что это самое красивое сочетание. Дерево с ковкой. Размер позволяет ставить обычный ящик балкона и любой конструкции вот в этот ящик. Размер у него очень удачный. Дерево покрыто специальным составом, который не боится атмосферных осадков. То есть вы можете оставлять на протяжении всего сезона на своем дачном участке или загородном доме. Есть два вида тележек. Одна тележка более обширная, то есть она, у нее вот, ручки вынесены достаточно далеко, а у этой тележки основание чуть миниатюрнее и ручки, конечно же, укороченные. Они очень оригинальны, впишутся в любой ландшафтный дизайн. Еще обращаю ваше внимание, здесь я собрала для вас самые красивые тележки. Вот эти тележки рассчитаны на то, у них все четыре колеса, все крутящиеся, удачная ручка, которая может вращаться в любом диапазоне, может действительно быть не только декоративной, но еще функциональной. Здесь вы можете перемещать урожай. Удачное кованое основание. Вверху чаша достаточно большая, выполненная из древесины, покрыта специальным составом. Может также использоваться как для перенесения урожая, может использоваться как чаша для декорации, то есть вы в нее можете посадить любые летники, используя или домашние цветы, комнатные цветы, или же вот такие, как вот у меня, герань, высажены в обычные балконные ящики. Тележки бывают двух видов, малая и большая. Ручка поворачивается под любым углом. Ручка выполнена тоже из древесины, покрыта специальным составом. Оригинальное кованое исполнение добавляет шик вот этим тележкам. Особенно хочу обратить внимание на вот такие тележки. Они по высоте намного выше, но могу сказать с точностью, что, конечно же, это декор сада. Такую тележку красиво можно декорировать любыми предметами. Это может быть и цветочная композиция, это могут быть различные пряные травы, да все что угодно. У меня даже вот стоят небольшие леечки, и они создают определенную атмосферу, дают определенную атмосферу вот этой тележке. Она выполнена в деревянном исполнении, внизу кованое основание, большие круглые колеса с коваными вставками легко могут перемещаться по территории сада на любое расстояние. Конструкция очень элегантная и красивая. Тележки существуют в двух видах. Одна тележка имеет основание более низкое, чашу под цветы, другая более высокая. То есть здесь, конечно же, вы можете установить и лейки, и красивые вазоны с цветами. И та, и другая тележка очень декоративная. У этой тележки оригинальное исполнение выполнено на крыше, кованая перекладинка. И на ней, я не знаю, пока может показать камера, выполнен оригинальный узор. Каждая звенья крыши закреплены шурупом, на котором выполнен оригинальный узор. Оригинальный узор повторяется и в ограждении, тем самым соединяет композицию. Тележка точно так же может перемещаться по саду. Колеса действующие, они крутятся. С помощью этих тележек вы можете или отгородить какую-то зону, будь то зону отдыха, или же игровую зону, или то место, которое вам хочется задекорировать. Я думаю, что они не оставят никого равнодушными. Настолько они оригинально выполнены. Заходите к нам в интернет-магазин «Хитсад». Все эти тележки и много других тележек вы найдете у нас на сайте в интернет-магазине «Хитсад». Делайте удачные покупки и, конечно же, оставайтесь с нами.